Бегут все. Около 300 спортсменов решили принять участие в первенстве города по легкоатлетическому кроссу среди учреждений среднего профессионального образования. Каждый техникум или лицей представил свою команду из нескольких спортсменов со стажем и любителей. Соревновались ребята в личном и командном зачете. Участники делятся своими секретами преодоления дистанции. Выносливость нужна. Хорошая выносливость. Кто хорошо бегает длинные дистанции, поэтому им хорошо удастся пробежать. Нужно упорно заниматься. Ну, хотя бы примерно раза в 3 недели. Ну, да, я думаю, это будет достаточно, чтобы добиться какого-нибудь результата. Трассу профессионалы называют легкой. 500 метров для девушек и 1 километр для юношей по асфальтированным дорожкам парка Степанова. Не состязание, а сплошное удовольствие. На стартовую линию выходят группами по 9-12 человек. Как ее преодолеть? Ну, это понятно. Кросс – это бег по пересеченной местности, поэтому выложиться на 100% и все. Погодные условия идеальные, повезло нам с погодой, подгадали мы. Вот, так что только радоваться остается и участвовать. В прошлом году в аналогичных соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов со всех уголков региона. В этот раз популярность состязаний упала. Организаторы шутят, в следующем году привлекать молодежь к здоровому образу жизни придется более настоятельно. Такие оздоровительные кроссы участники называют хорошей подготовкой к сдаче норм ГТО. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.